Приветствую вас, дамы и господа, это хайлайты матча Героик против команды Bad Boom. Катка обещает быть очень-очень сочной, очень интересной, ну и главной звездой первой карты будет Свен, пожалуй. Вы, конечно, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Комментарий 7 слов поддерживает видео и, в принципе, подписка тоже была бы классно. Ну а пока накидывает демо, уже прибывает в это время на скин Тавренко, выгребает Nightfall и наша звезда падает первая же в этом замесе. Вот такой вот кайфовый фраг зарабатывают молодые люди. Спускается бревно, пробивается KJ немножко, ну и по итогу отзонили парней подальше от себя и ФБшку очень досадную нафиживает Свеняка. Пошла агрессия, есть антиэклип, спускается стрела, однако пока пролетела и пронзила KJ. KJ отпал, подает еще и там до Токио. Вот и Кинус пошли разменный файт. 5-1 стартует парни с команды Героик. Очень неплохо сейчас Героик эту каточку катает, но там, тем не менее, ГБК тоже делает размены. Ну и 5-2 на 8 минуте. Как видим, Свиняка, хоть и на старте нафидунькал, но в целом у него по крипам все в порядке. Душка пошла по Кейвану, пытается поймать Эльчача, спает Эванжа. Там еще и должно быть в теории какое-то лассосирование. И в это время прям на стрелу набрасывает Кейвана. Правда, тот успевает подубить свой батл транс. Лассо все-таки нужно тратить, чтобы Кейван не нарегенился. Его не нарегенился, хотя Миро пробили очень плотно, но убить не смогли. Отличный минус по керри герою команды Героик. Небольшая агрессия пошла в сторону Свена, смещает сразу на подсейв суппорты команды. И Bad Boom готовы мстить за агрессию по Свиняке. Ломают крамсайт KJ, KJ уже упал. Астрал кастуется по Давайламе, Давайлама жмет телепорт. И ПЭшку должно быть чем сбить, да, там Тосы, Эвеленджи, Стрелы, Станы и так далее. Кнопок хватало для сбития телепортации и хватает кнопок для убития этого парня. Ну что, фарм фармёшка, крит-долбёшка у нас продолжается на экране. Свиняка фармит себе пока что базу стандарт. Москов Мэнда спит Хасаплю. Правда, снизу там у нас тоже происходит фарм неплохой, как для Кейвана. Но его снова гангают. Накидывают на него толстую комбинацию, но в этот раз стрела не залетает точно в цель. Пробивают Кейванчика. Кейванчик пытается как-то на батл-трансе продамажить какого-то, но героя он уже не контролирует. Его пока просто отзонили, убили и уничтожили. Вот такой вот отличный фракции зарабатывают молодые люди. Итого у нас 5-6 на экране. Агрессия намечается еще и в центре. ГПК пока подныкивает, набивает демеджа по аналогу. Пытается аналог пока дойти на своем вудспирите. Смещается Леону. Это опасно, это очень опасно. Подтягивает подвышку ГПК. ГПК будет страдать. Есть по нему еще раз кастовочки. ДПС полетел полным ходом. Ультимативная есть. Ультимат запускается, но он не добивает оппонента и все-таки перебоковал. В этом моменте парниша на ГПК, при этом смещаются сапики на центральную линию. В инвизе пока по краю вижена идут, подкатывают на Леона. Леона разменивает, распрыгивается в эльспирит, убивает Торонто Токио и 7-7 на экране. Ну такое, если честно, это больше фит от команды Bad Boom, нежели нормальные мувы. 13-я минута на табло и начинается агрессия в центре. Снова открывает бедного ОД. У ОД большие трудности с выживаемостью. ОД пробивает, ОД набивает, ОД минус и еще один фраг готов. По мидеру команды Bad Boom. При этом Bad Boom пока в инвизе пытаются как-то этот тавр отдефать. Находится рядом Сейн, находится рядом Торонто Токио, но подставляться опасно. Смещается с Вену, а вот со Свеном можно и посражаться. Свен, кстати, раскач пока идет 3-4-2. ГДС также имеется, ну и также есть Mask of Madness. ПТ пока на интеллект умный Свен поехал в бой, выбивает с карты сейва, сейв упал. Ну и Свеняка даже ГДС пока не тратил, просто попытался сместиться, попытался подефаться, не получилось. Подвез себе эхо саблю и отправляется фармить лес. Ну а в это время, кстати, Кейвана душ на верхней линии. Есть дебафы тем временем. Откидывается кнопочками на Кейвана. Кельчач пытается бежать. МС у него хороший. Смещается Леон, и Миро уже не долетает до своего противника. Подъезжает на линию Кентавр, но там тоже пока никто никого не подцепил. 18-я минута у нас на экране. Подъезжает Эвеленж. Есть тот комбинация. Накидывают, набивают урона, пробивают беднягу на аналоге. Аналог по итогу отвалит в таверну. Есть ДПС, есть лассосирование далее по оппоненту. Под насасывая демо уже пробивает Давайлама. Давайлама там по итогу упал. Это минус. Отлично получается фраг себе подзаработать. Падает у нас еще парочка персонажей по ходу от ГДС Свена. Тролль пытается перебивать Nightfall, но Nightfall пока отступает от агрессии тролляки. Тролляка у нас был только что задоджен, а вот Леон пока сосет. И сосет он полностью. Здесь это минус. Еще один герой. Ну и успевает Кейван уйти с телепортации. Ну и дальнейшее решение от парней из команды Bad Boom. Это убить Фараша. Нарашенчик по номер 1, поэтому там только лишь Аегис и все, без доп бонусов. Накрывает демеджа Миро. Миро довольно-таки плотный оказался здесь. Подшив он живет долго, но все-таки во все стволы его приняли и убили. Но зато ГПК далее будет рассекать с Аегисом. Ну и Свиняка, как видим, там по фарму прям нормалды идет на уровне с Кейваном. KJ подставляется, пока прожимает свой спойник и пытается уйти уже от противника, но противник его не отпускает, будут его убивать по-любому. Ну, главное тратить на него минимум кнопок, чтобы дальше файт можно было в теории продолжать. Хотя, как видим, команда героев там чуть ниже была, были герои. Они просто задолжили данное сражение. При этом смещается ли он в центр. Там в центре и также есть герои команды Bad Boom. И Bad Boom планирует подпушивать тавр. Вопрос,
будут ли это деф от героики. Похоже, что нет. Кейджей палится, уползает на линию, подъезжает к нему КПК, и Кейджей чувствует то, что здесь происходит, делишки какие-то, к нему пытаются подъехать, он пытался крипа зафармить, жадно себя погубила, точнее его погубила, запускает отрывай прямиком между иллюзий, залетает прям в темечко по Кейван, это минус, пробило ухо, ухо уничтожено, это минус, еще и по Сколтуду, пробивает давай лама также выгребает, отправляется в таверну, есть еще один фраг у нас на экране, засыпает дэмэджа, пробивает Кейджей, Кейджей упал, трипл килл для ГПК. Тем временем готов. И 4 героя команды Героик. Где? Прямо в помойке, прямо в таверне. Иван снова палится, снова его видят. Нападает, опять нападает первым на него здесь Тини. Но Тини проткнули пальчиком, пробили этого мальчика. Пока камень пытается жить, выживает, опускается стрела, но она пролетает сквозь данный файт. И Тини пока на юлах летит, живет, но недолго. Его бутылки там, по идее, разбивает. Там еще накидывает дэмэджа, пробивает ГПК. Проблемы также у ОД. Подлетает еще и лососирование от Миро. Неплохо палки Ивана, но опять-таки его никто не бьет. Где Свен? Свен мчится на всех парах к файту. Нужно, чтобы он добежал. Ну и успеет. Он тут дэмэджа подраздать. Полетел! Супермен, супер. Врыв. Раз, два, три. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот этого мы ждали. Вот этого Свена нужно было файт подвести. И хорошо, что дождались парни с команды Бэтбум своего керри-героя, потому что он прям знатно поломал кабинеты. Рефарм весьма солидный, 16к на 28-й минуте. Снова Супермен летает в бой и снова вырубает героя команды оппонента. Ну, опять-таки, Свен Аганим максимально по кайфу работает. В чем, опять-таки, суть этого усиления? Это как было раньше, когда Свен был у нас мега в мете. Его там ослабляли, там камерок ему ослабляли, меняли местами и так далее, к шмотке. Но это полет. Это полет, то бишь можно поставить на автокаст, тогда вы влетаете в цель. При этом во время полета вы будете неуязвим, понятное дело. Или же вы можете просто как хаммер запускать. Плюс еще раньше был такой момент, что это было, что хаммер был с эффектом развеивания. То есть там всякие юла снимались и так далее. Сейчас как бы такое тоже можно для себя использовать. Поэтому это прям максимально кайфовый бонус получается. Скоро уже будет новый Рошан, буквально 2 минуты до появления. Но пока он не появился, есть у нас какие-то вылазки от команд. Нападает, открывает пока сейва дэмэджем, сейв упал. Но это лишь один суппорт отвалился, поэтому ничего страшного. При этом команда группируется в такой командный кулак и в случае необходимости готовы драку свою продолжать. По всей видимости, при том, что парни из команды ББ пока еще в инвизе, но без Тини все-таки не стоит врываться, лучше дождаться героя. Ну, в целом, без боя парни из команды Бэтбум теперь забрали Рошана. Есть Егис у ОД снова, кстати, далеко прыгает он с парнишкой на Миро, и это фит просто от него. Зачем полетел прям под базу, непонятно. Как бы надеялся увести кого-то, по всей видимости, но это было такое весьма глупое от него решение. Лучше бы не запрыгивал, лучше бы не влетал, потому что могли бы там его и поломать по итогу. Но его там не сломали, его там не уничтожили, враг там не заработали, как мы видим. О, точнее, он никого не уничтожил, я имею в виду, конечно же. Погнали там пушить полным ходом. Есть лососирование, накидывает дэмэдж, убивает Сколфилла тем временем. Минус готов, отличнейшие фракции подзарабатывают данные молодые люди. При этом снова там у нас происходит накидывание немножко под нижнюю территорию. Запускается байбек от Леоныча. Леоныч возвращается поддержать свою команду. Запускает дэмэдж ГПК в ПКБшке, пока может посражаться. Тем более у него все еще есть Аегис. Парни с команды Бэтбум пока выманивают на себя своего оппонента. Пытаются вывести их с базы. Посмотрим, будет это успешно. Свен в позиции. У Свена там уже есть все слоты, которые ему были необходимы. По сути, по факту. Минус давай лама, минус голд. Это отличные фраги для ГПК. Полетел свиняка прямо под базу. Но опять-таки влетать там не стоит под трон. А то там могут его и поднаказать байбеки. Смотрим, байбеки это крайне важно. Павший герой команды героек не имеет байбеков. А на самом деле вообще никто. Ни один герой в этом матче не имеет байбек. Как мы видим, абсолютно все остаются без выкупа в этой катке. И это как-то, конечно, весьма печально получается, что вот прям совсем никто не может купаться в эту игру. Как-то маловато байбеков тут по итогу пооставляли эти молодые люди для себя. Ну что ж, бывает, это, в принципе, их проблемы. Минус линия, ну и дальше будут пушить мид. Уж очень часто в последнее время происходят мега-крипы в матче. Этот матч не исключение. Поймали лосо, двойное полетело. Есть врыв от свиняки. Крамсаж бывает давай лама. Давай лама упал. Гадлайк для Свена, кстати. Ой, для Свена, для ГВК. Свен у нас в этом матче сыграл по итогу 11-3-10. Очень даже недурно. Ну, что Свен, что ОД в этом матче были прям хороши. Прям нормально, когда можно напилили, как мы видим. Ну и уже под фонтан летят парни. Планируют додушивать немножко своего оппонента. Планируют, может, тут как раз-таки уже заканчивать каточку, потому что уже настал тот час, когда пора уже все это дело задемонтировать. Очень, кстати, часто в последнее время катают прям до последнего конца, вот прям до падения трона, потому что ГГшку мы довольно редко видим прописанную. Как-то рано. Всегда вот катают прям до самого-самого талого конца. Мы видим. И это ГГ. Минус трон. И давайте посмотрим на итоговую статистику. Ну вот как-то вот так вот. Получилось 32 тысячи дэмэджа. Выдал ГПК в этой катке. Такой
Жесткий-жесткий аут World of War. Наверное, даже тут можно ОД оценить как главную звезду первой карты, нежели Свена. Год сразу смотреть карту номер 2. Ну что же, вторая карта погнала у нас потихоньку по чуть-чуть. У нас сначала весьма размеренные получается. Есть Хускар для центральной позиции от ГПК, но Хускар герой весьма опасный на позицию центра, потому что с Хускаром нужно поиграть в быструю доту. Если с Хускаром в лейт ходить, то Хускар может быть среднячковый. Набивает дэмэджа по Найтфолу и фёрст. Готов. Происходит душка на верхней линии под душой бедного Скофилда. Очень плотно наваливает кентавр. Кстати, в центре тоже происходит какая-то у нас агрессия под тавром. Там нажигают, поджигают аналогу. У аналога проблема, подгорают плотничком. Это минус аналог. Отличный фраг готов на центральной позиции. В это время пошла агрессия еще и под верхнюю линию. Там немножко зоне пробивают Миро. Подсасывается Сифону, наваливает демеж по Киевану. Мана заканчивается. А без маны медуза весьма-весьма уязвима. Как мы видим, медузу по итогу там получается пробить. Позицию занимает Торонто Токио. Торонто Токио пока еще без блэкхола, но выползает на эталонах. Крамсает Киевана, освещается сейф. Очень много дэмэджа входит по Киевану. Ноль помощи по Медузе. И Медуза будет выгребать, скорее всего. Хотя перемещает с Рубена. Кстати, помощь все-таки есть. Нифига там телекинез. Просто великолепно уронил Рубен оппонента. И ломает курьера. Да ладно, Медузу спасли. Медуза жива остается здесь. Провожают Сколпина. Запускается стан. Достает станчиком сейф все-таки здесь. И это будет минус по Рубен Валерию. Тем временем Рубен еще смогли тут закромсать. 3-2 на мониторе на 7-й минуте. Хотя нет, это не конец. Это не конец агрессии. В центре ракета прям в ГПК и падает Хускар. Обидно, но догорает аналог. Приятно. На топе у нас снова намечается какая-то агрессивная ситуация. Там пока ломает Эдалон, прошел дэмэдж по Кейджею. Кейджея уже убили, есть минус по тавру. Тавр тоже упал. Киеван пытается пробить. За Киеваном надо бы как-то подъехать на телепорте на подцеп, хотя он вроде бы успевает, да, не дотягивает скинтавр и улетает прочь медуза. Ну, нормально, нормально. Надо идти фармить леса. Что там у Хускара? Хускар пока играет 2-1, была у него вот одна смерть в центральной линии, набивает демеджа на сейва, поймали в это время у нас бедного кентавра, кентавр падает и раскромсали его через два ультимейта. Ну, дороговато, пожалуй, но зато фраг. Копилки для парней с мат-героик, и героик сразу делает смог атаку, но, наверное, никуда адекватно выйти не смогут. Ой, дорожки, ракета пошла, поймали Найтфолла, как неприятно здесь будет Луни, подъезжает аналог, поджигает по итогу Луну, Луна выгребает, Луна получает еще и Драгон Тейл, и это минус Луна. На нижней линии ее никто не спасал, в это время Хускар на пару с тиммейтами витает около центра, но и сверху тоже есть небольшая агрессия, под тавр выползает в время кентавр, пытается снова там как-то поднапрячь парнишу на медузе, кстати, медузу подрезают по итогу, потому что кентавр все еще там в инвизе под ней перемещается, маны, кстати, очень мало, но прожимается стики, есть сайленс на лицо, пытается поломать Дузу, Дузу надо топтать, Дузу надо убивать, смещаются еще и эдалоны, очень больно Киевану, и дэмэджа хватает, минус по Киевану, это минус Альчача, но падает сейф, смещается дракон, набивает дэмэдж, подбивает тут еще и Корабеллу, Сифон ворует себе Рубена, это будет минус по Миро, поджигает ГПК снизу своего противника, пытается дэмэджа подрезать по Марсу, в это время пошла там у нас еще и комбинация врыва от Хускара, поджигает в ответочку в аналог своего оппонента, накидывает дэмэджа по ГПК вроде бы довольно-таки неплохого, ГПК пытается бежать, но за ним есть неплохие плюханцы в спину, плюханцы долетают до своей цели, есть еще и копье пронзили, подкнули, пробили снова, это минус по ГПК, Киллингспри готов на экране, еще один фраг себе забирают данные молодые люди, Драгонтейлом откидывается, набивает Миро, у Миро возникают трудности, и Миро пробили, проткнули, убили, это минус Анбель либо был на экране, того у нас 7-10 на табло на 15-й минуте. Ляпс, привет, дорочки, здравствуйте, что вы тут делаете? Нападает демеджем на Кейджей, Кейджей пока у нас немножко получил себе по орехам, орехи там были чутка под отбитых, как мы видим. Набивает демеджа далее по сейву, сейв тоже падает, оунич на экране, еще один фраг произошел, в это время подсасывается Эмирол, немножко сифонится Кейджей, Кейджей сбили, Кейджей уронили, это еще один фраг у нас на экране тем временем, и вот так оно получается все прикольно для себя реализовать. Атака. Прям под территорию противника. Подползают парни из команды Bad Boom и просто взрывают дракона. Дракон тут не успеет ничего сделать. При том, что у нас дороговато его убивают. Хотя ультимативная луна все еще остается. Ну ладно, на самом деле сойдет. На самом деле сойдет. Еще и тавр можно будет подпушить. Правда, иллюзии ДК отпушивают линию. Поэтому тавр нужно впрягаться либо в бэкдор, либо же крипов ждать. Либо уходить. Плотный пуш происходит на нижней линии. Там пока демонтирует башню. Башня упала, башня отвалилась. Фраг зарабатывает спики. Иван по итогу влетает кентавр, накидывает демеджа, продамаж
удерживает, накрывает там еще и бедолагу на сколпы. Сколпы падает, сколпы минус, пойдет, допустим, хорошо. Есть там дальше Дэмакс набивает, убивает Рот Токио. Дабл-тю происходит на экране. Еще парочку лиц у нас вытирается с этого монитора. Надамаживает Киевана. Киван пытается уйти, но за ним подъезжает неплохая погоня от оппонента. Набивает Дэмакс по Миро. Миро пока выпаркивает прочно своей Корбелосе. Но там есть копье в догоночку. Копье его все-таки не поразило. Копье там все-таки его не уничтожило. Ну, допустим, что будет дальше. Дальше у нас будет демонтирование происходить по нижней территории. Демонтируется это, демонтируется вот это. И запрыгивает сейф, накатывает дэмэджем, наваливает клыки Ивана. Есть копье судьбы. Пронзили, немного оттолкнули героя в это медузы. Но медуза теряет все-таки свой Аегис. Неприятно получается, что Аегис был потерян. Но что ж поделаешь, запускается рассказ тем временем от Найтфола. Набивает дэмэджа клыки Ивана. Киван пока живет в юлах, пока уворачивается от данной агрессии. Подрубается драгонформу от аналога. Демонтируется барак. Бараку будет больно, барак будет рассыпаться, барак будет падать или нет. Или все-таки парни с команды героев решили не рисковать. Хотя было бы классно, если бы барака не доломали, потому что барак милишный, а он регенится. Ну что, снизу у нас все уже упало, там без боя все смогли себя доломать, по сути, парни из команды героев, поэтому они уже перемещаются на верхнюю линию, пролетело копье сквозь файр, накидывали дэмэджа, пробили в это время ГПК, ГПК у нас пытается немного побуковать, запускает свой inner fire, поджигает дузу, дуза с сыром, сыр бы надо бы нажать, сыр нажимается, но мана, тем не менее, очень быстро заканчивается, даже после прохождения сыра, есть арена, и удар копьем по лицу, неплохо влетает сюда у нас Марси Анин, БКБшка пошла, так, Торнту Токио недалеко, выжидает, чтобы Рубику не отдать блэк-кол, Рубик пытается спасать телекинезами, но у него не получается. Два героя падают у героиков, но, в принципе, снизу запушивается линия. Там уже прям крипы под Т4 вышками. Центр запушивает ДК, поэтому, ну, потери были и были. Ну, а дальше у нас планируется драка, видимо, снизу. Видимо, парни планируют выйти под Рошана. Посмотрим, насколько это будет успешно. Запрыгивает цель, накидывает ДПС по своему противнику. Раскастовочка пошла. Дэмэдж полетел, дэмэдж залетел. Поджимается Стоун Гейс. Есть у нас в это время дэмэдж от Кейвана. Набивает дэмэдж по Миро. Миро пытается уйти. Есть Драгонтейл на лицо. Неплохо уронил тут аналог урона по своему противнику. Есть копье, удар судьбы пролетает сквозь данный файт. Запускается кулдаун. Раскастовочка пошла. Распрыгивается тем временем ГПК. Вносит дэмэдж на Давайламу. Давайлама подвыгребает. И дает ГПК! Боевой хускар. Сжигает Давайлама. Миро упал. Миро выкупается. И пока у нас все те, кто пал, возвращаются с байбека. При этом вопрос, кто же будет дефать Рошана. Здесь и нападают по итогу на бедного пердолета. Сбили самолет. Это минус. Еще один улетел на Ставерну. И Рошанчик потихоньку падает в копилку команды Бэдбум. Мок-атака от команды Бэдбума. Игис все еще есть. До конца Игис остается одна минутка. Поймали, пробили Киевана. Кстати, неплохо нажигают Эльчачу. Заканчивается мана. Есть арена от Марса. Спасает своего тиммейта. Медуза пока уничтожает сейва. Но подлетает еще дэмэджем на противника. Но маны опять-таки маловато, поэтому лучше не рисковать. При том, что парни с команды Бэдбум потеряли своего суппорта. Но они все еще готовы тут немного поагрессировать. Но опять-таки файт лучше поддоджить, мне кажется. А то тут будет все-таки слишком опасно драться. Что будет дальше? Вот в чем вопрос, что будет дальше у нас в этом матче происходить. Пока у нас происходит небольшой запуш в центральной линии. В это время там накидывается урончик у нас на центр через блэк-хол. Рубик своровал, по-моему, своровался блэк-хол. Да, урубали блэк-хол, блэк-хол пошел, но медуза уже упала. Блэк-хол хороший, но медуза упала. Хотя, кстати, даже без медузы дэмэдж вносится. Найтфол пока выгрызается в своего противника, пробивает луну, отгоняет Давайламу. Пробивает еще и ДК, у ДК проблемы. Распрыгивается сейв, хорошо, камбэк пошел. Рубик снова запускает свой рассказ. Это уже ворованный ультимейт от Луны. Как же Рубик тарабанит. Аналог пока выбегает прочь из файта. Просто отошел на ноге на своем драконе. Точнее, он сейчас летает. У него завалилась форма дракона. Он летел и улетел. А вот, наверное, улетел уже Найтфол. Блин, офигеть. Они убили Медузу первую, но теряют уже Хускара, теряют уже Луну. Провожают Торнту Токио. Как же Рубик отыграл. Просто вожило. Боженька на Рубенченке. Только что был у нас на экране. 1-3-13. Он играет с Аганимом прям великолепно. Ультимативный кнопки, Хускар прыгает на противника, но не успевает ничего ему сделать. 52 минуты жаркой доты происходит на экране. Поймали Кейвана, Блэк-хол полетел. Где Рубик? Где Рубченко? Рубченко, скорее ты нужен своей команде. Пытаются убить Дузу, Дуза падает, Дуза минус. Опять он падает первый в пайте, опять он почти ничего не сделал по замесу. Как же часто зафиживает Кейван. Ну, далеко стоял, но какого хера? Почему так далеко? Почему так глубоко?
Все еще в таверне отдыхает Медуза, но правда она с байбеком, поэтому в принципе в теории байбек возможен, но купаться на керри героя прям максимально впадлу, тем более учитывая то, что керри герой имеет 43 тысячи нетворса. Во-первых, дорого, во-вторых, очень долго будет в таверне после байбека. Нападают на давай ламу, ломают ламу, лама будет минус, лама теряет Аегис, кстати. ДК подрубает свою драгонформу, Рубика там пока зонит, влетает дэмэдж от ГПК, нажигает ламу, лама в таверну падает уже с байбеком. Нахера вы деретесь? Почему вы без Медузы что-то делаете? Для чего это делается, непонятно. Ну ладно, по крайней мере, парни сломали очень много. Только один барак остался у команды Bad Boom. Опять-таки, кстати, у нас еще одна карта, где в теории могут быть мега-крипы. Просто каждый матч делают мега-крипов. Что за херня вообще? Просто везде. Тупо везде мега-крипы. Это вообще как получается? Я не понимаю. Нужна бы полноценная драка 5 на 5. Но, кстати, снизу подставляется в это время... Сейф, есть Юла на подсейф, но Юла... А, это были не его Юла, это были чужие Юла. Вот когда называется его Юла, пытается как-то с этого файта уйти, и ставится пауза, найс пауза. Гом отнем. Так, ну ладно, убили кентавра и все, да? Пробили отметку в 60 минут в этой битве. Кстати, кольцо гиганта берется гирокоптер, это просто огромный вертолет. Муха тоже самолет. Но без коробки передач накидывают, дывают дэмэджа, взрывают сейва. Сейв упал, сейв минус. Еще один фраг у нас готов на экране. Отличненько получается. 17-20 на табло. 27 тысяч перефарма за командой Героик. Мы видим на текущий момент в рамках этого матча. Ну и получается у нас шанс победы. Опять-таки у нас не работает. Я сейчас матчи засмотрю через Dota TV, через реплей. А реплей почему-то не загружается адекватно. Шмотки, конечно, максимально солидные. Мне очень понравилась игра Рубик в этом матче. Рубик всего 3 раза умирает за часовую катку. Это прям, ну, немного, скажем честно. Ну, как-то так себе поиграл эту катку, если честно. Парниша на Кейване, Эльчача как-то слишком много перефидил. У него аж 4 смерти было. Ну и, в принципе... Такая вот. Вроде бы прикольная катка, но фрагов все-таки маловато, как для отметки в час. И опять. Аегис у команды Героик. При этом Рошанчик у нас был третий, поэтому там еще должен быть баннер и рефреш. Рефреш, кстати, у кого? Давайте быренько покликаем. Рефреш у нас находится у гирокоптера. Какие шмотки максимально заряженные. Два виндвейкера, блаторны, акторины, второй дизолятор, апекс. Ну, короче, по кайфу все залетает для них. Под базу крадутся парни из команды Героев. Нажимается стампида, залетает гирокоптер на хайграунд. Хускар, кстати, в этом матче, ну, как-то так себе. Хускара берут обычно на доминацию. Обычно с Хускаром побеждают минут за 30. А тут как бы час, и победы все еще нет. Ай, хорошо! Ай, молодец! Поймали Найтфолла поломали, он упал. Байбеки выставляем каски по параметрам байбека, чтобы было все понятней. Чтобы было все наглядно. Всего два байбека у команды Бэтбум, чего будет маловато, понятное дело. Набивает демедж на ГПК. ГПК пока вгрызается в дракона, поджигает немножко здесь этого парнишу, но не дожжет. Есть блэкхол, Рубик, где Рубен, иди сюда, воруй, Рубенчик, и блэкхол. Вот Рубика влетает, тоже неплохой, по трем героям. Есть ДПС дальше, раскидывает демжа Рубен прям нормалды, и это опять та самая комбинация, Рубик плюс Эклипс от Луны, минус Найтфолл без байбека, трипл килл для Драгонайта, Таунтутоке, минус ультракилл для Драгонайта, и дракон летит дальше в бой, дракон нажигает по ГПК, неужели рэмпашка, Рэмпашку готово. Вот такой вот боевой Дэвиан. Ну что ж, надеюсь, вам карта понравилась. Не забывайте поставить лайк. Пожалуй, я поставлю ДК на превьюшку видео. Но он прям был такой, прям боевой. На рэмпач на ДК это жестко. 50, кстати, канет форса у ДК. Ебать.